Всем привет, дорогие подписчики! Я думаю, всем интересно, как же там продвигаются дела у Гол Бананзы. Если вы помните, я для вас уже снимала видеообзорчики. Кто не помнит, на моем канале Пушистый Биткоин вы сможете их найти. Итак, ICO у данного проекта началось еще 15 ноября, то есть на данный момент у нас 13 декабря, и практически месяц уже длится этап ICO. И за это время сумма сбора у нас составляет 7 700 000 долларов. И 10% бонус у нас будет действовать еще практически 8 часов, то есть далее бонус у нас будет снижаться. Итак, здесь мы можем видеть на этой, так сказать, табличке, в каких же валютах больше всего инвестируют. Если вы намерены приобрести токены Gol Bananza, то есть стать инвестором, еще, в принципе, есть время, вы успеваете. Здесь для вас вот кнопочка Buy Gol Token. То есть для начала вам нужно зарегистрироваться. То есть вы регистрируетесь, затем как бы вводите email и пароль свой. Ну и в принципе, я думаю, дальше все будет понятно. Так, забыла еще вам сказать, что здесь же у нас есть выбор языка. То есть мы с вами можем спокойно выбрать русский язык и комфортно перемещаться по сайту, все понимая при этом. Итак, напоминаю вам, что Gol Bananza – это совершенно новый продукт, который сочетает в себе лотерейную механику и ставки на футбол, для того, чтобы разблокировать потенциал с неограниченной отдачей для игроков. Это, в принципе, требует навыков и знаний, в отличие от простой лотереи. И именно это делает игру новым уникальным предложением на рынке ставок на футбол. То есть сейчас у нас очень распространены ставки на спорт. Рынок различных ставок на спорт стоит у нас примерно 3 триллионов долларов. Примерно 65% у нас составляет футбол, а азиатский рынок – это у нас центр спортивных азартных игр. Платформа у нас основана на стандарте токена ERK-20 и блокчейне Ethereum. Игроки будут прогнозировать окончательный результат одной футбольной игры, поддерживая по крайней мере один из 10 доступных вариантов. И что немаловажно, в отличие от традиционных букмекеров и биржевых ставок, которые предлагают непривлекательные коэффициенты и низкую отдачу, игроки Gol Bananza имеют шанс выиграть многомиллионный доход от одной ставки в 1 доллар и также выиграть дополнительные награды в виде значков и токенов за счет конкуренции, достижений, статуса, признания и сотрудничества с другими игроками. То есть здесь вам предлагается даже узнать больше, это даже не вся информация. Вы создадите свой аккаунт на Gol Bananza, получите свои токены, найдете игру и сделаете свои ставки. Далее вы создаете свой смарт-контракт и, конечно же, выводите свой выигрыш. Регистрация для создания аккаунта довольно проста. Здесь вот вам предлагается ссылочка, то есть здесь одноступенчатая регистрация с двухфакторной аутентификацией. И при этом она не будет требовать у вас никакой личной информации. Вы сможете загрузить приложение для iOS или же для Android благодаря одному нажатию. Вы получите 10 бонусных токенов, и теперь вы сможете играть с Gol Bananza. Также у нас есть такое понятие, как геймификация, то есть в дополнение к основному игровому механизму платформа будет включать в себя компонент геймификации, который будет стимулировать игроков к выполнению различных действий и задач для получения, опять же, вознаграждения. То есть здесь, опять же, можно узнать поподробнее. Так, здесь у нас приведена такая табличка, я думаю, каждый из вас ознакомится с ней отдельно, долго здесь рассказывать. Ну, как уже, в принципе, было сказано, что игроки смогут получать свои токены как вознаграждение за выполнение каких-либо достижений. То есть, чем выше ваше достижение, тем больше, конечно же, вы получите награду. Уникальным Gol Bananza делает простое создание аккаунта, приватность личных данных, то есть вся ваша информация опять же будет защищена, никуда ваши данные не пойдут. То есть у вас не будут запрашивать такие
данные, как данные кредитной карты или банковского счета. То есть игра на Gold Bonanza – это 100% анонимности. Нон-стоп матчи 24 на 7, то есть все будет действовать круглосуточно. Gold Bonanza предлагает нам от 150 до 200 самых популярных футбольных игр для ставок на еженедельной основе. Ну и, конечно же, неограниченные выигрыши, то есть у вас есть все шансы выиграть. Мгновенные выводы, то есть смарт-контракт мгновенно выплатит ваш выигрыш. Ну и, в принципе, это, конечно же, весело. И уже около 10 миллионов игроков играют вместе с Gold Bonanza. Так, ну, что еще вам рассказать? Здесь мы видим дорожную карту, то есть можно, в принципе, пролистать сайт. На сайте очень много есть информации, можно все прочитать. Также вы можете, конечно, получить токены Gold Bonanza за участие в баунти-компании. Ссылку на данную баунти-компанию я приведу в описании. То есть вы сможете поддержать проект, участвуя в таких компаниях, как, например, Twitter, Facebook, Telegram-компания. То есть такие простые компании, такие простые действия. Вы сможете этим самым поддержать, прорекламировать, так сказать, данную платформу и за это получить свою награду, то есть токены Gold Bonanza. Здесь, в принципе, тоже все написано, все понятно. Рекомендую вам ознакомиться. Здесь мы, кстати, видим white paper, есть переводы на различные языки, также у нас присутствует русский язык. Именно на русский язык я приведу вам ссылку в описании, потому что я думаю, он вам будет более полезен. Но если вас заинтересуют какие-либо другие языки, то можно здесь без проблем найти эти все ссылки. Так, ребят, ну что, в принципе, на этом все. Это все, что я хотела вам на сегодня рассказать по данному проекту. Будем следить за продвижением и за сбором средств. Посмотрим, сколько же в итоге удастся собрать. Уже, в принципе, до 8 миллионов недалеко, еще чуть-чуть совсем осталось. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк, подпишитесь на канал, напишите свои комментарии, свой отзыв об этой платформе. Я желаю вам хороших инвестиций и заработков. Напоминаю, опять же, что все ваши инвестиции происходят лишь на ваше усмотрение. Решайте сами для себя. Перед каждой инвестицией, конечно же, рекомендую вам детально изучить платформу, чтобы у вас не возникло каких-либо сомнений, каких-либо вопросов. То есть выясняйте все вопросы до начала инвестирования. Так будет проще для вас и, в принципе, для всех. Еще раз всем спасибо, всем пока, до встречи!